Dai coro di voli, dai coro di voli. Mi dai coro di voli, dai coro di voli. Mi dai coro di voli, dai coro di voli. Mi dai coro di voli, dai coro di voli. Denada bishunijena, dalu bishayishnuna, amani na mano dena, kirtaniya sharahari. Главным образом, ты должен облечь себя буквально в следующее одеяние. Ты должен рассматривать себя. Ты должен считать себя нижайшим из низких. Даже травинка обладает своей ценностью, но у тебя нет такой ценности. Твоя ценность не настолько велика. Бхактивинод Такур дал анализ, свой анализ смысла этого утверждения. Травинка обладает некой материальной ценностью, но в твоем случае у тебя нет позитивной ценности. Ценность твоя негативна. Человек может не быть образованным, но сумасшедший, он менее того, менее, чем человек необразованный. Он способен мыслить, но мыслит он ненормальным образом. Поэтому Бхактивинод Такур говорит, у меня есть некое сознание, некий разум, некие способности, но все это обращено в неверном направлении. Но травинка, у нее нет ничего, но у нее нет подобных тенденций идти в противоположном направлении. Поэтому тринадапи суничина. Я ниже травинки. Травинка, ее можно согнуть в одну сторону, в другую сторону, ее может согнуть ветер, буря, внешняя волна. Но что касается меня, я всегда буду сопротивляться. Меня будут гнуть в определенном направлении. Если волна будет меня увлекать в одну сторону, то я буду пытаться сопротивляться ей. Поэтому, если оценивать себя, меня, тогда выясняется, что я обладаю меньшей ценностью, нежели травинка. Когда мы пытаемся оказаться в близости, релятивности, относительности абсолютного блага, то мы понимаем, что у нас нет ценности. Наша ценность негативна, со знаком минус. Я всегда буду сопротивляться. Если ты захочешь благословить меня, то я попытаюсь сопротивляться твоей благодати. Я состою из такого элемента, из такого начала. У меня есть энергия, но я использую эту энергию в самоубийственных целях. Ты благословляешь меня, я сопротивляюсь твоим благословениям. Это мое положение. Но травинка не сопротивляется. Настолько низменно мое положение, мы должны осознать, каковы мы. И, понимая эти вещи, мы будем пытаться обрести благо, благо, благодать Абсолюта в рамках Намбаджана. И потому не думай, что твой путь будет усеян розами. Многочисленные испытания могут прийти, проблемы, трудности могут возникнуть, как вы чувствуете это сейчас. Практически, когда вы выходите на улицу, совершая киртан, то на вас нападают люди, которые заявляют вам, вы краснолицые обезьяны. Второй
Это все неизбежно. Эти препятствия неизбежны. Многочисленные препятствия. Со всех сторон, с разных сторон. Многочисленные препятствия, оппозиция возникнет и попытается воздействовать на вас и сбить вас с этого пути. Но пример дерева дан. И этот пример проанализирован следующим образом. Если кто-то не поливает дерево, то дерево не начинает жаловаться и не просит воду. Оно не говорит так. Когда кто-то приходит и беспокоит дерево, причиняет беспокойство дереву, отрубает ветки, или человек может срубить все дерево, но дерево молчит, оно не сопротивляется. Никакого сопротивления с его стороны. Скорее попытайтесь увидеть, что таким образом идет ли речь об оскорблении или нищете, или каких-то других наказаниях буквально, дурном обращении. Это все. Для того, чтобы очистить меня, все эти вещи необходимы. И благодаря минимальному наказанию я буду избавлен от собственной скверны. Я обрел связь с высочайшей целью жизни, высочайшей жизненной полнотой, насыщением. Но какую цену я собираюсь заплатить? Какую цену? Если я убежден в том, что я хочу достичь высочайшей жизненной полноты, но какая цена будет достаточна за это? Цена непостижима, немыслима. Поэтому то малое, те малые требования, которые предъявляются к нам, с улыбками на лицах, на наших лицах, мы должны пытаться удовлетворять этим требованиям. С точки зрения, в свете нашей высочайшей цели, если мы действительно понимаем, о чем идет речь, если у нас есть вера в наше лучезарное будущее, тогда то малую цену, которую они хотят получить от нас, малую плату. Наш Горкишор Бабаджа Махарадж однажды рассказывают, совершал Мадхукари Бикшу. И после того, как просил подаяние, возвращался к себе. Но люди, подобно тем людям, которые на днях напали на вас, эти люди не пощадили его. Мальчишки стали швыряться в него этими маленькими камнями и пылью, грязью. И он заметил, он сказал: «Кришна, ты дурно со мной обращаешься. Я пожалуюсь на тебя матери Яшоде». Это его точка зрения. Как, понимаете, как он приводил это в гармонию? Как? Что бы ни происходило, он видит так, он считает: «Кришна, ты стоишь за этим. Без твоего вмешательства, без твоей воли ничего не может произойти». В конкретной форме. Для него это конкретная реальность, это факт. Ты стоишь за этими детьми. Ты беспокоишь меня. И я преподам тебе урок. Я знаю, как иметь с тобой дело. Поэтому таким образом они преданы и утверждены в этом измерении и рассматривают все таким образом. Это свет нашей путеводной звезды. Благодаря такому пониманию, видению мы можем расставить все на свои места и правильно понимать, казалось бы, негативные обстоятельства. Сладостная позиция.